Павелом, имаємо в виду да изложим познати инициативе председника Путина по тим питањима, да саслушам и соображение и ставове господина Пауэла по тим питањима, а главно је за што смо ми заинтересовани и што ми намерено предложити, и што имамо намеру да предложимо, продолжение активного конструктивног диалога по свом читавом комплексу питања које су везана за СНВ. Нема никакве тајне да се Србија налази у тешкој економској ситуацији. Никакой не секрет, что Сербия находится в тяжелой экономической ситуации. Нам необходима поддержка. Нам необходима помощь. И мы смо ту поддержку из Русии и ранее добивали, и сада и добиемо. Сербских, российских, югославских отношений. Девушка, дай пожалуйста. Мы обращаемся к нашим западным партнерам не ставить перед новым югославским руководством таких условий, которые могли бы ослабить их позиции. В частности, вопрос с международным сотрудничеством, с международным трибуналом. Приоритет сегодня номер один – это укрепление, повторяю, демократических институтов Югославии и Сербии. Наметили эти пути сотрудничества на международной арене, как я уже сказал. Ну, по поводу этих информаций я не буду высказываться и давать какие-либо комментарии. Я думаю, что, не думаю, я уверен, что повестка дня российско-американских отношений значительно шире, чем эти информации. А где Степичка? Отлично.